ценнейшее видео. Тьма. Стою в Гавриловом посаде. До Москвы 4 часа. И раздумываю, идти мне в постоялый двор или нет. Или потихонечку поползти. Тем более, что скоро рассветет. Ну, не скоро. По темноте, конечно, ездить не годится. Ладно. Поползли потихоньку. Посмотрим, что за постоялый двор. Жуть, конечно. Вот тебе и блогерские приключения. Главное, чтобы реальных, на реальные приключения не нарваться. Видите, темный город совершенно. Маленький, пустой, темный город. Сейчас мне будет. На МТС-овской сим-карте, на смартфоне интернет есть. Сейчас я поставлю. Вот так, ребятки. Я бы сказал, черт знает что. Вон опять колонка. Вон, видите? Все меня слепят. Ужасы какие-то просто.